На дереве дружбы уже более 40 сортов цитрусовых. За 80 лет его существования на стволе было сделано более 600 прививок представителями из 170 стран. Свой зеленый автограф идея Валентиновна Морозова оставляет здесь не в первый раз, но эта прививка для фронтовой медсестры особо значима. Особенный день, надо сказать, я делаю прививку. Накануне буквально Дня Победы, великого дня, к которому мы долго шли, тратили силы, положили много своих ребят, девчат. И мы всегда помним об этом. И всегда с молодежью я встречаюсь часто и рассказываю об этом. Вместе с идеей Валентиновной 3315-ю по счету прививку поставил и Иван Терентьевич Понюхно. 3 года он был узником в концлагере. Веточку мандарина ветераны приживили рядом с прививкой, сделанной 5 лет назад в честь 65-летия Победы. В сегодняшнем мероприятии приняли участие труженики тыла, ветераны института и ученые. Ученые делали очень много сочинской опытной станции для Победы, для развития нашего региона. И многие ушли на фронт, многие не вернулись. Новая прививка на дереве стала символом памяти, мира, дружбы и победы. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.